Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Что он имеет в виду, когда он пишет здесь, что только осознание действий, которые порождаются из взаимодействия высшего света с теми, кто его постигает? Что он хочет сказать нам? Вот я сейчас живу, у меня нет сейчас никакой связи с высшим светом. Говорится не о тебе. Ты оставь себя. Это говорится о людях, у которых есть возможность стать кли и получить в это кли отдачу Творца. А где мы находимся? А мы еще не в этом. А где мы? Да, об этом я спрашиваю. Мы находимся в процессе, в котором мы выстраиваем себя для того, чтобы стать таким кли. И тогда будет так же, как и у тех, кто там находится? Да. И как это сделать с помощью объединения между нами, как вы говорите? Согласись стать куском дерева, чтобы Творец сделал из тебя клей.